столице Молдавии в эти минуты опять тысячи людей на улицах с флагами, транспарантами и требованиями отправить в отставку правительство. В Кишиневе проходит сразу два митинга. Возле апелляционной палаты, там прокуратура пыталась обжаловать решение оставить на свободе лидера оппозиции Рената Усатова. Второй у стен парламента. В самом Заксобрании сегодня тоже обстановка далека от спокойной. Депутаты рассматривают вопрос о недоверии кабинету министров. Если проголосуют «за», Валерий Стрелец и его команда должны будут уйти. О том, что добровольно пост не покинет, он уже заявил. А сегодня еще и припугнул парламентариев некими экономическими проблемами, которые начнутся у Молдавии, если его вынудят подать в отставку. Напомню, этого уже не первый месяц добиваются граждане, митингуя в центре Кишинева. Недовольство действующим главой правительства вызвал глава бывший экс-премьер Влад Филат, который стал фигурантом дела о выводе из банковской системы страны миллиарда евро.